Серьезный пожар в Ленинском районе Саратова. Старый жилой дом погиб в огне и, по словам спасателей, безвозвратно. Лишившиеся жилья люди говорят, во всем виновата нехорошая квартира. Подробности узнала Юлия Шишкина. Дом номер 14 по улице, вторая прокатная, недалеко от завода «Техстекло». 2 часа прошло после начала возгорания. Пожарные уже практически заливают пепелище. Пены наполняют помещение, чтобы вытеснить кислород и не дать огню шансов распространиться. Во дворе растерянные жители. В момент пожара в доме находились человек 10. Выбегали кто в чем был. Первым этажам повезло чуть больше. Успели схватить сушилку с бельем и кое-что из одежды. Вынесли из задымленной квартиры новорожденных котят и попугая в клетке. Алексей Галушкин живет на втором этаже, и у него не было времени даже найти паспорт. Чтобы не задохнуться в дыму, он выпрыгнул в окно. Я открыл дверь. Меня тоже дыму всего отдало. С коридора, да. Я дверь закрываю и в окошко. Не знаю, что в квартире, но сказали, что потолок уже обрушился. Пожар начался в квартире номер 6 на первом этаже. Оттуда огонь распространился по внутренним деревянным перекрытиям. Жильцы говорят, что квартира номер 6 нехорошая, проходной двор. Сюда часто приезжала полиция разнимать дерущихся, обитатели курили и даже разводили внутри костры. Там неблагоприятные. Дверь не закрывалась, замков не было, окон тоже не было. Вот, видать, сквозняком, наверное, дало. На пожаре обошлось без жертв. В больницу увезли мужчину из той самой 6-й квартиры. Он порезал оконным стеклом руку, когда пытался выскочить из горящего помещения. Двухэтажки на второй прокатной более 60 лет. Стены снаружи и изнутри покрыты трещинами. Здание явно просело. Этим летом здесь уже был пожар. Загорелась проводка на втором этаже, но тогда все обошлось. В этот раз все гораздо серьезнее. Практически сгорел второй подъезд, все 4 квартиры, провалилась крыша. Первый подъезд полностью залит водой во время тушения. Вернуться в свои квартиры людям вряд ли разрешат. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.